Красноярский край – многонациональный регион. На его обширной территории люди разных культур и вероисповеданий живут и работают в мире и согласии. Совместно строят дома, создают семьи, воспитывают детей. Мирная жизнь – результат большой, серьезной работы, которая ведется на разных уровнях органами власти, правоохранительными структурами, представителями национально-культурных автономий и общественности. Вообще вопросы о национальной политике относятся к вопросам государственной безопасности. Это отражено и в концепции безопасности, национальной безопасности Российской Федерации. Потому что фактически национальный вопрос, как мы видим в сегодняшнем мире, на геополитической карте мира стал вопросом, предвестником или инструментом гибридных войн, гибридных революций. Общегражданскому единству и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе способствует государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края». Важная часть госпрограммы посвящена противодействию этническому радикализму, экстремизму и мигрантофобии. Экстремизм не является некой константой по своей форме. Он как вирус мутирует, принимает разные виды в зависимости от существующих обстоятельств, от меняющихся обстоятельств. Но сущность остается одна. Это неприятие сложившихся форм нашего общественного устройства, взаимоотношений между людьми. Работа по профилактике этнорелигиозного экстремизма и терроризма в крае ведется постоянно. Ежегодно проводится много мероприятий, как для узких специалистов, так и для широкой аудитории. В 2019 году в Красноярске прошел юбилейный 15-й Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности. Антитеррор». Его посетили свыше 11 тысяч человек. На форуме большое внимание уделяется просвещению школьников и молодежи. Здесь каждый желающий может прикоснуться к миру профессий, призванных защищать, охранять и спасать людей. Дети и подростки в игровой форме постигают основы безопасности, держат в руках настоящее оружие, примеряют спецодежду пожарных, знакомятся с историей автоинспекции, общаются с сотрудниками спецслужб, чтобы из первых уст узнать об особенностях их работы. В спасательных работах часто используют собак. Они разыскивают людей, пропавших в лесу, попавших под лавину или под обломки разрушенных зданий. У каждой собаки своя специализация. Собака у нас аттестована на поиск людей в лесу и в разрушенных зданиях. Это твой напарник, ты его изучаешь. Ты уже знаешь его повадки и как бы точно можешь сказать, где собака просто так, допустим, гавкает, либо где она уже обозначает пострадавшего. В рамках форума «Антитеррор» проходят конференции, круглые столы, дискурсы, посвященные противодействию идеологии терроризма. В них принимают участие представители Федерального агентства по делам национальностей и красноярские эксперты в области национальных отношений. Здесь обсуждаются вопросы профилактики и мониторинга этнорелигиозного экстремизма в Сибири. Очень много сейчас идет вопросов в информационной среде, в социальных сетях. На каких-то, казалось бы, простых сайтах можно увидеть весьма сомнительные вещи. И ребятам нужно объяснить, как отличить ложь и правду, чтобы ребята понимали, кто и как на них пытается воздействовать и с какой самой главной целью. Задача государства – создать в обществе стойкое неприятие идеологии экстремизма и терроризма. Особое внимание в этом вопросе уделяется формированию у молодого поколения представления о равноправии национальных культур и религий. Для укрепления межнациональных отношений в молодежной среде в Красноярском крае создан Совет национальных молодежных объединений «МИР». Это очень активная организация, очень эффективная организация. Они ведут шефскую работу в высших и среднеспециальных учебных заведениях. Они делают это бескорыстно, они делают это искренне. И, естественно, от этого она становится продуктивнее. Они противодействуют всевозможным проявлениям радикализма, в том числе в сетях интернет, что является крайне сложным. И они, собственно говоря, своим собственным примером сподвигают на какие-то действия и участвуют во всех общественных
проектах, общественно-политических процессах, которые так или иначе происходят в стране. Мне, как члену Совета национальных молодежных объединений МИР, вот это самое членство, вот это участие в различных мероприятиях с участниками других национально-культурных объединений дает прежде всего важное понимание, что мы должны обязательно жить в содружестве, в мире, согласии, как бы это банально ни звучало, но это действительно так, потому что по-другому мира в нашей стране, многонациональной, мы никак не построим. Совместно с вузами Красноярска мы привлекаем федеральных специалистов, представителей органов власти к этим лекциям, семинарам. Как правило, они посвящены теме профилактики экстремизма, ксенофобии. То есть мы говорим, у нас происходит утрата национальной идентичности. Среди наиболее важных мероприятий Совета МИР – обучающие семинары, круглые столы и лекции. Все конфликты между народами, это лично мое мнение, ну, правда, его разделяют очень многие, происходит от незнания друг друга. Мы не боимся друг друга, мы готовы идти к другим, мы готовы разговаривать сами, мы приглашаем вместе. В Красноярском крае вот есть Дом дружбы, вот. Не в каждом регионе есть это, во-первых. Во-вторых, нет, есть где и покруче, конечно, целые дворцы, вопрос, что там происходит. Вот я здесь не первый раз, я вижу, что мы здесь встречаемся с ребятами, в том числе с молодежью разных национальностей, которые делают какие-то совместные вещи. Да, там. И это помогает в данном случае понять друг друга. Основные участники семинаров по профилактике экстремизма на базе Дома дружбы народов Красноярского края – студенты, самая активная и думающая часть молодежи. Журналисты СФУ давно работают с программами этнической журналистики и понимают, для чего нужны такие семинары. Мне даже не столько, сколько журналисту, сколько как человеку эта тема очень близка, потому что я сам из города Норильска, и там национальный вопрос стоял очень остро, ну, всегда. И практически ежедневно в школе, на улице, да где угодно приходилось сталкиваться с проявлениями, скажем так, национальных толков. Разговоры на кухнях все равно идут по наехавшей. Извините, сейчас я буду использовать, наверное, лексику, язык вражды, не хотелось бы. Но все эти слова, они в обиходе, никуда не делись, и отношения все те же самые внутри вот этого среднего человеческого, ну, общества, которое окружает нас. Почему именно молодежь? Потому что мы все прекрасно знаем, что от молодежи многое зависит. И сегодня самым уязвимым звеном является эта молодежь. И дабы избежать вот таких ненужных факторов, у нас работают творческие объединения, у нас работают направления театральные, это КВН, это танцы, это какие-то кружки развивающие, которые дают возможность молодежи не только углубляться в учебу, но и дает возможность молодежи отвлечься, так скажем, и от учебы, и отвлечься в позитивном характере. Большая роль в реализации творческого потенциала национальной молодежи, а также поддержания мира, взаимопонимания и согласия в регионе отведена Дому дружбы народов Красноярского края. Он стал главной переговорной и ресурсной площадкой для национально-культурных автономий, где они могут обсудить существующие проблемы, найти выход и привлечь необходимые для этого ресурсы. Сила России в единстве ее народа. И в Красноярском крае мы не можем сказать о том, что существуют какие-то противостояния между нациями, между народностями. Все у нас живут очень дружно, очень позитивно, и мы надеемся, что так и будет и в дальнейшем. Край, чем интересен Красноярск? Он большой. То есть за счет того, что можно посмотреть разнообразие на разных форм работы в зависимости от территории. Андрей Николаевич Кудалеев, специалист по национальной политике в Совете при Президенте России, частый гость в Красноярском крае. Он отмечает, в регионе правильно выстроена система по гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений, а это основа профилактики экстремизма. Грамотно, скажем так, целостно организуется информационное сопровождение всего этого дела. Ну, я как представляю интерес комиссии по информационному сопровождению, что это из года в год работают программы, независимо от там, есть деньги в бюджете, нет, издаются книги, издаются в том числе национальных, издается журнал, создаются программы. Я уже четвертого губернатора, по-моему, застал.
Но система работает. Это показатель, что здесь все-таки сложилась определенная система, которая работает независимо от смены первого лица. Профилактике экстремизма помогает подготовка специалистов, способных вовремя увидеть и погасить экстремистские настроения. Управлением общественных связей губернатора Красноярского края и преподавателями Сибирского федерального университета разработаны образовательные программы, которые помогут выявить очаги экстремизма на ранних стадиях в разных целевых аудиториях. Образовательный модуль «Профилактика экстремизма в молодежной среде» предназначен для широкого круга специалистов, социальных работников, воспитателей, преподавателей. Речь идет о подготовке специалистов по работе с молодежью по профилактике экстремизма и терроризма. Был разработан вот такой вот курс из 8 занятий, для которого было разработано учебно-методические материалы, апробированные в том числе и в красноярских вузах. Для сотрудников органов местного самоуправления и Государственного управления Федеральной службы исполнения наказаний также разработаны и реализуются образовательные программы по профилактике экстремизма. Здесь, возможно, самой актуальной профилактикой является профилактика именно национального и религиозного экстремизма, и это мы будем обсуждать на протяжении всего нашего обучающего курса. Пакет методических пособий содержит учебные и диагностические материалы, которые наиболее эффективны для системы исполнения наказаний. С их помощью сотрудники ГУФСИН могут оперативно определить очаги экстремистских настроений среди осужденных и провести работу по дерадикализации. На обучающих занятиях сотрудники ГУФСИН также получают знания по основам ислама. Осужденные в силу своего возраста, попадая в исправительные учреждения, знают об этой религии и направленности очень мало. Те самые мусульмане видят свод законов по-своему, каждый по-своему. Для этого мы проходим эти курсы, семинары, для чего мы трактуем в том верном направлении, в котором они должны быть. Большую роль в профилактике экстремизма играют традиционные конфессии. Этнические мусульмане знакомят вновь прибывших соотечественников с местным жизненным укладом, а старожильческое население с лучшими традициями своих народов. Краевые власти содействуют мероприятиям по повышению уровня образования мусульманских и православных священнослужителей. Ислам по своей идее этой религии, как и все другие религии, предназначена нести людям добро и свет. Но и 2000 лет, и 3000 лет назад люди пытались использовать религию в своих целях, для того, чтобы добиваться каких-то политических целей, каких-то экономических, там, территориальных задач и так далее. То есть это всегда было. К сожалению, это есть, и еще к большему, к сожалению, это никуда не уйдет. Информационное поле строится как мозаика. Вот пазлы составляют, они каждый сам по себе ничего не представляет, и мы не можем распознать там врага. А вот когда они складываются у человека в сознании, вот тогда он начинает принимать решения. В Красноярском крае внедрена система мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений. Это комплекс организационных, методических, технических мероприятий по наблюдению, сбору и анализу данных, который позволяет увидеть зарождение межэтнических и религиозных конфликтов и оперативно принять меры по их предупреждению. Экстремизм – это болезнь общества, а болезнь всегда лучше предотвратить, чем лечить. Примеры профилактики экстремизма, идеологии экстремизма привел бы с примером профилактики наркомании. Мы тоже очень долго говорили о наркомании, о том, что разговоры на нее начались сразу после распада или в период распада Советского Союза. Но пока мы не увидели ее проявление в реальной жизни у соседа, у родственника, еще где-то, мы не воспринимали ее всерьез. То же самое происходит сейчас с проникновением идеологии терроризма. Наши специальные службы вскрывают вербовочные пункты, спящие террористические ячейки. Это у нас происходит с незавидной регулярностью. Поэтому вот задача всех органов власти, государственной власти, органов местного самоуправления, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти создать как раз неприемлемые условия этой идеологии. Вот эту прививку в обществе, когда люди понимают, к чему это ведет, что нельзя это пропускать. Дестабилизация общества опасна для мирной жизни, поэтому к вопросам предупреждения экстремизма не следует подходить формально. И противостоять негативной информации и явлениям следует всем вместе – и государственной власти, и общественности, и каждому гражданину.